Всем привет! Я сейчас буду садиться обедать. Я тут на днях готовила куриное филе в духовке. Замариновала куриное филе в соевом соусе. Потом смазала крем-сыром. Поверх сыр обычный. Запекать в духовке получается очень вкусно. Единственное, в этот раз почему-то получилось немного суховато. Обычно получается нормально, а в этот раз как-то сухо. Порция такая маленькая, все просто потому, что вчера были баловства, и поэтому сегодня я немножко себя ограничиваю. Хотела еще лучок взять, который у меня очень-очень-то хорошо вырос, но не хочется потом, чтобы запах был от лука. Я вот именно люблю, знаете, как лук есть? Сметана, соль и мелко накрошить лук. Такой, знаете, типа как соус-салат. Можно еще, конечно, огурчики, но вот именно просто лук со сметаной – это просто бомба. Поэтому буду, я думаю, завтра есть или уже тогда по вечерам. Потому что днем, если есть, выходить потом не очень. А укропчик растет, растет. Не так быстро, как лук, правда, но ждем. Так что вот так вот погодка радует, солнышко, тепло. Поэтому я сейчас быстренько обедаю. Я тут уже приготовила себе пауэрбанк, зарядку, так как поедем, я думаю, надолго гулять. И мне кажется, мой телефон не выдержит. Что-то снимать, например, если сидеть в ТикТоке в эфире, тогда батарейка садится быстро. Поэтому обязательно пауэрбанк с собой беру. А сейчас буду я обедать. Всем приятного аппетита! Мы приехали сегодня гулять в зоо. Вот сюда вот. Деревня, да, почти деревня. Артём, на! А тебе морковку. Кормить можно всех, кроме птиц, но осторожно с лошадками. Хорошо. Спасибо. Идем гулять, кормить всех. Сядь, наверное. Ой, какие! Они не голодные. Надо не покупать. Смотри, мам, я ему морковку даю. Давай, дай морковку. Кушает. Да будет. Вот. Пониже, Артём, вот сюда. Вот так. Что? Артём, Артём. Вот сейчас ищем. Этих нельзя кормить. Подожди. Все, по одной, больше не надо. Дай не ему надо. Одну морковку. Даяна. Не надо теперь, Даяна. Только по одной. У нас еще много зверей. Их всех надо накормить, Артём. Чего не боятся? А, стаканчик не боятся. Блин, ну ладно.
нее спросила. На большую. Я хочу маленького. Маленького хочу. Спасибо. Всем привет. Уже следующий день. Мы тут выбрались на велосипедах кататься. Погода классная, тепло. Я вот в маечке. Там жулики дальше едут. Сейчас поедем, наверное, в лес кататься туда. Собрала первый урожай лука. Сейчас буду вкусно обедать. Селедочка с лучком. Сделала себе еще гречку, помидор. Сейчас добавлю немножко масла. Обожаю гречку именно вот с маслом. Без масла гречка, ну, так себе. Поэтому кусочек маслица обязательно. Такой вот вкусный будет у меня обед. Поэтому всем приятного аппетита! Сидит, ждет. Что ждешь? Вот эту летающую штучку. Летающую штучку. Посмотрите, какой у нас есть шар с подсветкой. Он должен летать. Давай, вытаскивай его. Здесь не надо, здесь. Бери пульт. Так, давай я сейчас включу. Нажимаем кнопочку. Подожди, вот так долетел. Иди лови. И вот так вот толкай его, только не резко. Ой, улетел совсем. Ну, давай, смотри. Так. Шумит так. Лови. Ой. Ой, ой. Лови. Вот эта штучка наверху должна быть, видишь? Вот это, да. Смотри.